замовити комплексну схему розміщення тимчасових споруд, а ми замовляємо і тратимо бюджетні кошти на схему обмежень. Ми готові, і ми поэтому і проголосували тоді практично, по-моєму, єдиногласно за те, що така схема нужна, і далі своїм рішенням вам поручення, проголосували за те, щоб цю схему розробити. І ми, наскільки я розумію, готові профінансувати цю схему. Но в чому сложність попросити у нас сумму, необхідну на розробку комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності? А каждый раз приходите к нам за суммами на каждый отдельный этап, учитывая, что закон не предусматривает этапности разработки комплексной схемы в плане финансирования. Это такой вопрос, нет? Еще раз слово, Николай Иванович. Ну, я хотел бы услышать ответ на вопрос коллеги, потому что резонный вопрос достаточно. Все-таки город должен знать, как минимум, в какой период, какая сумма и на что будет потрачено. Спасибо. Анна Анатольевна. Аня, включите, пожалуйста. Ну, второй. Есть сумма? Нет, просто смотрите, вот, ну, опять же, да, возвращаемся к теме того, что сейчас заказать не комплексную схему, даже если сейчас решением городского совета депутаты примут разработку нового генерального плана. И примут о том, что на разработку нового генерального плана необходимо потратить какую-то сумму, мы не сможем его заказать. Если депутаты сейчас примут решение о том, что заказать план зонирования территории и выделят на него деньги, мы тоже не сможем. Мы даже получили вот то, что...